Всем привет-привет! Приехали на дачку. Вот такая красота нас ожидала. Расцвели ирисы. Очень много. Ну, тут у меня полянка только таких вот бархатно-коричневых. Ирисы славятся своим ароматом. Сладко-сладко пахнут. Также я прикупила еще другие сорта ирисов. Сейчас будут садить желтый крупноцветковый и попересаживаю срос вот эти мои ирисы и буду тут полоть. Вот лук уже перецвел и завязал семена. Какая шапка. Вот это алиум с заказа. Он очень крупный, намного крупнее, чем мой из базара. Маленькая грушка, а уже такие грушата на ней. Не успела показать, как цвел тамариск, но я сфотографировала. У меня тогда камеры не было с собой, он уже перецвел. Очень-очень сильно пах медовым ароматом сладким. И красиво цвел. Агрус заметно подрос. Алина, твой шпинатик. Алина сеяла шпинат в какой-то раз. Вот он, какой подросший. Редиска. Ох, какая классная. Глянь. Горох как вырос. Чеснок как лес. Ой. Какая большая. Высадила в этом году я также баклажаны в бутылке. Вот пока баклажанчик маленький, его бутылка защищает от ветра и холодной погоды. И также посадила в такие глубокие лунки, если вы видите. Это для сохранения влаги. То есть эта лунка потом будет полностью заливаться водичкой. Таким способом влага будет дольше сохраняться, чем на такой ровной поверхности. Потом баклажаны вырастают, и до них трудно добраться колорадскому жуку. Лина, пообрывай стрелочки у лука, вот эти вот. Фух, солнышко зашло, аж легче. Такая жара. Выпалила я розы полностью. Столько бурьяна. И вон целое ведро. И поломала лопатку. Такая она мне удобная была. А теперь только одни запчасти. Фу, вот это бурьяна после дождя. Взрыхлила розы. Перенесла отсюда лишние ирисы. Потому что ирисы очень сильно разрастаются. И ирисник должен быть отдельно. Очень красиво, когда ирисы растут в одном месте. И у меня освободилось еще место под розочку. Мама мне дала целый ящик лилий.
желтых, махровых. Тоже сейчас буду садить. Так, ирисы у меня вот где. Раз, два, три, четыре. Между пионами. И там мне надо еще пятый. Будет какой-то, я цвет докуплю. Посажу. О, солнышко спряталось. Теперь хорошо. Такое впечатление, как запах духов. Сладкий-сладкий.